Первый рейс и первые довольные пассажиры. Теперь учащиеся 9-й школы будут добираться до места учебы на новом автобусе. Быстро и комфортно. Хорошо, что нам этот автобус выдали. Автобус рассчитан на 34 маленьких пассажира. Специально оборудован механизмом ограничения скорости, системой ГЛОНАСС и другими необходимыми устройствами, отвечающими за безопасность перевозок. Ну, все новое, конечно. Очень приятно, да. Ну, едешь как будто на катере плывешь. Поздравить школу и ее учеников с долгожданным приобретением приехал руководитель администрации Виталий Чехов. Покупка нового автобуса стала реальной только благодаря совместной работе. Я хочу поблагодарить наш совет депутатов района, который принял решение. Вот мы саккумулировали эти средства за счет экономии, полученной в 2016 году, и нам удалось приобрести автобус. Я увидел, что наши дети довольны, у них глаза сверкают. Они с хорошим настроением приехали в школу учиться, и я уверен, что это добавит в их знаниях, получении хороших оценок. 9-я школа – единственная в районе, где реализуется программа для детей с ограниченными возможностями. Сюда приезжают ученики из поселков Фосфоритный, Харлова, Федина, Лопатинского и Навлянского микрорайонов. Поэтому новый автобус не просто решил вопрос доставки, а, можно сказать, подарил новые возможности тем, у кого по состоянию здоровья они ограничены. Сегодняшнее событие – это большой праздник, потому что до этого у нас был небольшой автобус «Пазик», который всего перевозил 76 детей, но на сегодняшний день мы можем уже доставлять до школы двумя автобусами 136 человек. Спасибо! Александра Катаева, Евгений Стародубов, «Воскресенские вести».